Норильск – небольшой промышленный город за Полярным кругом. Главная ценность здесь не никель, а люди – душевные и щедрые. Бывших норильчан не бывает. Норильчанин – это навсегда. Здесь я училась и начинала свою телевизионную карьеру. Какое-то время я занималась социальной журналистикой, и мы часто снимали ребят в детских домах. С одной девочкой, Ксюшей, мы особенно подружились, но потом потеряли друг друга из вида. Если бы не телеканал «Енисей», я бы и не знала, как сложилась ее судьба. Ксюша написала мне сама, увидев женскую программу. Прошло больше 10 лет с нашей последней встречи. Я переключала телевизор и попала на канал «Енисей». Услышала до боли знакомый родной голос. Присмотрелась, это была Оксана. Я ее нашла в соцсетях. Мы с ней списались. Я очень рада, что сейчас она находится рядом со мной. Мы больше никогда не потеряемся. Да? Работая на Енисее, я знаю, что меня смотрит мой родной, далекий Норильск. Я люблю наш канал за возможность работать для своих земляков. Норильск – это мое сердце. И я надеюсь, что я вернусь сюда не раз.